Всем привет! Вы на канале OL Epic. И сегодня будем снимать про Pinout Speedrun. Сколько времени я успею? Ну вот теперь правила изменились. Теперь автомат засчитается время. Простите, это просто выключил экран. Вот, ну что, начинаем! Раз, два, три. Надо очень быстро постараться. Посмотрим, сколько времени уже будет. Богу не коснулся. Сорок секунд, представляешь, это новый рекорд. Ой, один раз ошибочка. Блин, из-за этого я этого чуть не вижу. Кстати, времени мало. Я прибавлю на еще больше, 10 раз больше. Вот так уже лучше. Ай, блин. Теперь можно сколько. Ну пусть лучше, по-моему, тоже полезно, мне кажется, потому что можно смешать. Другое дело. Ах ты! Автомат не пробовала. Тоже-то люблю время копить. Поэтому решила вот такой чудик. Самое лучшее место надо вот такой вверх. Или вниз. Ай, блин, по-моему, только умирать. Вот, очков получил. Я не знаю, по-моему, я убью просто. Чудика.
5 минут. Остановка времени. Ну, мне самое важное искривление. Вот это даю. Ай, промазал. А, мне надо лучше не пробить. Все. В очко получил. Ну ладно. Боже мой, это уже раньше вообще так. Бляги. Повезло здесь усиление. Усиление, конечно, искривление. Так, включим. Ташка. Ай. О нет, блин, камни такие медленные, что и... Блин, это надолго будет. О, вот это как бы быстрый камень. Отлично. Зачем-то я случайно взял усиление. И автоматы. Усиление, конечно, мы не берем. Мы просто... Блин, это уже надолго. Вот так. Ой,
справился. 10:34 секунды. Представляешь это? 10:34. Вы это представляете это? Вот это да, я прошел. Так вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите комментарии. Всем пока-пока!